У границы Ирана с Турцией произошло два землетрясения силой 5,7 и 6 баллов. В турецкой провинции Ван пострадало несколько городов. Погибли 9 жителей, в том числе 3 детей. 21 человек пострадал, 8 из них находятся в критическом состоянии. Более 1000 зданий разрушены. В городе Башкале повсюду руины. Люди, опасаясь новых подземных толчков, остаются на улицах. Были очень сильные подземные толчки. Мы вышли и осмотрели дома. Все они повреждены. Люди кричали. Не знаю, много чего случилось. Мы не знали, что делать. Бегали туда-сюда. По данным геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 90 километрах от турецкого города Ван и в 47 километрах от иранского города Хой. Очаг залегал на глубине 5 километров. В Иране подземные толчки также ощутили в городах Урмия и Сельмас. По данным властей, в общей сложности пострадало 75 человек, 6 из них находятся в больнице. О жертвах и разрушениях пока не сообщается. Между тем, в Турции продолжается поисково-спасательная операция. Власти считают, что под обломками домов все еще находятся люди. Иран и Турция часто страдают от землетрясений. Так, месяц назад подземные толчки произошли в турецкой провинции Эль-Язык. Их сила составила 6,7 балла. Потом последовали многочисленные авторшоки. Погиб 41 человек, более 1600 пострадали.